Очевидцы выложили в сеть видео курьезного ДТП в Екатеринбурге на улице Луначарского. Девушка-водитель чуть не сбила пешехода. Мужчина, выскочив на дорогу на красный, буквально бросился под колеса машины. Девушка попыталась отвернуть в сторону, но авто все же задело нарушителя правым крылом. Самое интересное, впрочем, осталось за кадром. Пешеход набросился на автовладельцу с обвинениями. Только присутствие других людей помогло избежать настоящей драки. Вот отрывок их разговора. Да, вы на красный шли, у меня на регистраторе все. Может, еще дальше? Что, претензии, может, свои сейчас ГИБДД вы скажете?